Житель Кубинки, доктор химических наук, профессор университета имени Плеханова Анатолий Попов создал уникальную технологию, благодаря которой изделия из модернизированного полиэтилена и полипропилена смогут разлагаться в разы быстрее, причем до мельчайших частиц. Ученый в своей работе использует природные полимеры, например, шелуху, которая остается после выращивания пшеницы или льна. Аналогов этому материалу в мире пока нет.